Опять это каша. Как я люблю кашу. Уйди, пожалуйста. Кто ест каждый день кашу по утрам? Скажите, любите вы кашу или нет? Я люблю. Да, первый раз тоже, помню, привел. Чего ты себя не снимаешь? Некрасиво, мне некрасиво снимаешь. Так тебе лучше стало. У тебя красивый прическа. Пока Пашка сидит, монтирует, я выбираю себе купальники на лето. Хочу снять видео потом, если я выберу много. Но самое грустное, что меня вообще огорчает, это, смотрите, смотришь, значит, такой, все купальники, все классно, хорошо. Видишь, ну вот девушка, ничего, так вроде сидит хорошо, купальник на ней. Такой обычный черный купальник. Как бы заходишь, ищешь, нажимаешь фотографии у людей. И как бы реальность. Я вообще не понимаю, зачем выставлять в комментариях, допустим, вот купальник, выставлять в комментариях себя в купальнике в этом. Ну, бывают нормальные девчонки, а бывают, конечно, коляска, и сразу же не хочется покупать этот купальник, это грустно становится. Вот, смотрите, купальник, как у Ольги Бузовой. Стопудово на Алишке заказывала. Сейчас я пойду в солярий. Видите, славяночка, сейчас придет мулаточка. Куда пропала Настя? Что за мулаточка пришла? Я сходила, позагорала. На улице так хорошо, солнышко, но холодно. Паша все еще монтирует видео. Как же долго времени занимает? Сейчас у меня будет клиентка, а потом мы будем делать что-нибудь очень интересное. Настолько интересное, что вы вообще офигеете. Кушать, наверное, будем. Привет! Привет! Тапки говняшечки вот вам. Ага. Одевайте. Да, Давид, одевай. Так, значит, мы сейчас играем в пингвинчика на удар током. Если проигрывает Настя, то я себе сама в ногу. А если Давид, то я ему в ногу. Нет, я тоже сам себе. Не, да. Давай она тебе. Нет, я знаю, она вот так вот. Я тебе уже делал, Вит. Он уже делал. Ты готов? Да. Я не думала. Давай, привет. Я не... Ну-ка, вы скажете. Нет! А, тихо! Все. Все, пингвин поплыл! Все! Молоточек! Молоточек! Нет, все, он полетел! Нет, остановись! Я победил! Ну-ка, давай! Настя, нет! Ну все, только не в колено, в ляжку давай! Я победила! Царь пингвинчиков, Настя! Че еще одну? Там просто ожог у меня сейчас будет. Все, давай сейчас мне, если я проиграю в ногу, а тебе в руку вот сюда. Блин, давай, ну теперь не сделала. Давай, давай, всё. Да ну нафиг! Нормально, Давид, у тебя вообще... Нормально, серию про игрок. Садись. Да ну нафиг! Давид, ты соображаешь. Ладно, как женщина, давай. Как женщина. Киску гладь. Сколько там было? Одна белая, одна синяя. Да. Нет, нет. Да, да, да. Еще одна белая, одна синяя. Ну, сейчас он грохнется, конечно. Давай. Да, лучше? Да, да, включу. Ааа!
Бля, Настя, я тебе сейчас... У меня голова закружилась. Там как будто просто ожог резкий. Я тебя тихонько ведь. Прости, любимый. Ожог есть, нет? Настя. Да я тебя тихонько ведь. Ты готова реванш? Ты что натираешься там и так ожог, блядь? Лучшая игра в компании, друзья. Это пингвинчик. Главное наказание – это шокер. Игра продается в фикс-прайсе 99 рублей. Давай чего маленько поставим? Ты просто оттягиваешь свой этот, понимаешь? Наказание оттягиваешь. Кстати, тут же есть ось, по идее. Нету оси, она вот так вот. Нужно еще поддержку с этой стороны. Вот это уж видишь. Тихо! Ну, Настя, это бессмысленно, ты не воеваешь. На что ты рассчитываешь? На магию, давай. Я пошла, что найти. У нее испуг на лице какой. У нее такой испуг на лице. Давай. Настя. Иди давай, сюда. Настя, да не больно, ну как, больно, конечно. Иди сюда. Против света, пусть сядет. Да я только себя не зажимаю. Да не буду, я не буду. Да ты отскочишь сразу. Ты сразу отскочишь, Настя, ты не будешь. Давай. Я сейчас тебя здесь. Вставай. Вставай сюда. Я сначала сама себе сделала, потом сделала. Чтобы проверить. Настя, давай видео снимаем. Да я тебе потом сам ты не сделаешь. Ну давай сначала сама. Полчаса уже. Давай сюда вставай. Давай тебе сделаю. Значит, страшно. Ты меня уже просто так не сделал. Так что давай. Ну давай, все, я больше. Паша, прости, пожалуйста. Я... Это что за прощальная речка? Давай, Настя, уже все. Ладно. Память закончилась давай на телефоне. Все, убирай руки. Я быстро. Чпи-чпи. Давай быстрее уже делай. Руку убери. Руку убери. Ты меня... Да ты не даешь. Да делай. Руку убери за спину. Ты готова? Давай. Я тебе так что-то сечу. Давай еще раз играем. Продолжаем играть, теперь я с ними. Блин, тут главное, чтобы не... Давай. Подожди. По-моему, раз, это два, все. Можно даже три. Не пытаться. Да, это уже все. Не, ну ты постарайся. Старайся. Это бессмысленно стараться. Сейчас синенький сделать. Блядь, что там держит? Тут все. Тут вот эти две, это одна и все. Одна белая. Да. И все. Я не буду доигрывать с вами. Давай, Давид, давай. Давай, кто фигачит, кто? Да давай уже! Чё меня пугаешь постоянно? Давай! Давай, всё, готовы! Блин! Ты чё офигела, Настя? Да, ну всё, пошли! Давай! Слушай, дай я это вообще держу! Блин! Сейчас, я тебя отомщу. Прикинь, Алина, Настя меня хотела из-под тишка ударить током, но случайно фонарик включила. Вот такая вот у нас Настя. Всех из-под тишка бьет, сейчас мы ее. Настя, выходи. Вообще не выйду. Выходи. Сегодня Настюха работала, но под вечер мы позвали Давида, Алинку и поиграли в эту игру. Очень классно провели время.
время. Да, было супер, особенно когда Настя просто так меня ударила током. Я люблю тебя, ну прости. Да все, вот эти все отмазки твои, я тебя отомщу когда-нибудь. И в честь этого я выложил второе видео сегодня, с утра. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите, там вся наша история сноубордической нашей жизни. Пожалуйста, видео очень крутое, ну оно крутое лично для нас, потому что там все наши достижения до, после и... В общем, посмотрите, кому интересно, и в следующем году мы будем продолжать на новом уровне. А сейчас, как всегда, мы вам советуем фильм, но в этот раз не фильм, а сериал. И в этот раз мы вам советуем сериал, который только начался, новый сезон. Мы вам советуем «Полицейский с Рублевки». Простой, незамурный. Незамысловатый, простой, прикольный сериал. Я лично ору вот над этим чулочком. Вот, даже посмотрел. Это Сергей Бурунов. Вообще просто, я над ним ору, и мне вот чисто из-за этого сериал заходит. Сериал неплохой, хороший, позитивный. Кто хочет поржать, Бурунов просто дает, делает вещи. Все, всем спасибо, сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Всем пока. Пока-пока.